по уборке поговорить и задать вопросы. Вы сказали, что, конечно, этого мало, но я считаю, что немало. Если вот вы про дороги последние говорили, про контракт, с него и начнем. Механическое подметание проезжей части, говорили, 5 раз в месяц, кратность. И при этом квадратные метры 633 748 метров. На 5 раз умножьте, это сколько получается? А сейчас вот уже погода позволяет, вот сколько раз механическое подметание вот состоялось. Ну, на Карла Маркса были машины, что-то там делали. Мы отступаем от этого графика, потому что после зимы у нас большое количество, то есть осталось и того инертного материала, который был высыпан, мы его практически убрали, и большое количество у нас все-таки, что греха таить, сейчас с колесами, когда люди выезжают с частного сектора, то оно все равно выходит на проезжую часть сюда, вот, и здесь, ну, загрязнение с каждой проезжей части, но пилотковую сейчас часть убирают, потому что мы прошли влажной уборкой и подметанием, и разбойтами КДРки водой мы подбили пилотковые, части, сейчас мы в основном ведем уборку пилотковой части, то есть вот проезжая часть у нас от бордюра до бордюра была чистая. Ну, пилотковая убиралась на Карла Маркса. Сегодня где убирается пилотковая? Ну, я видел на этом и... Где? На Арбузово. Арбузово. Тридцатка еще не убиралась, Чехова не убиралась. Те перечисленные. И прилотковая часть это 40 тысяч квадратных метров, кратность 3 раза в месяц. То есть приличная, очень даже деньги, цифры и деньги. Но просто вот с той скоростью, с которой мы убираем прилотковую часть, она превратится в пыль и, ну, куда-то там улетит, наверное, на газоны или еще куда-то. И в окна, да. Если посмотреть, вот на сегодняшний день вы учет вот как ведете, Александр Георгиевич? Значит, выдается план задания, в котором написано, что уборка, скажем, пилотковой части конкретной улицы, выполнена эта работа, потом мастер дорожный встречается с нашим представителем в 16:00 следующего дня, и принимают все эти работы, которые были произведены накануне. Если есть такие замечания, то работы не принимаются, выдаются замечания, дается срок на устранение. Сейчас они работают 6 дней в неделю. Поэтому, пожалуйста, мы готовы, вот просто ваши представители, СМИ, взять и начало рабочего дня, конец рабочего дня, весь цикл, пожалуйста, мы готовы, ну, проконтролировать. Да, еще. Да, вы сейчас говорите такие громкие слова. Да. Это каждый день, 6 дней. Есть такое понятие, да, там как человек день, да? Это если трем человек, троим человек, можно, конечно, ну, да. Все делают. Можно. А вы смотрите, сколько написано человек? 100 человек? Нет, там человек, нет, там нету сколько людей, там есть виды работ, ну и понятно, что нормативно каждого есть, да, человека день, человека вот. Час. Да, вот я говорю, в этих экспертах написано, что 100 человек должны работать. Ну я полагаю, ну, может быть, А количество, ну вот мы же видим, да. Ну сколько работает. И здесь вот еще вот такой момент. Ну, может круглосуточно работать, но конечно. А эффекты может быть. Да, да, если смете деньги, вот мы сейчас уже говорим, что там 5 раз, 8 раз урны, ну это я конечно нормально считал, ну я не мерил, но наверняка это делается чуть меньше. Вот так вот сглажу. Ну, а деньги, эти заражены. Оно делается по факту. То есть, поверьте, не, то есть лишнего не закрывается, нет, вот еще даже. Но тем не менее деньги же закрываются по контракту. Почему?
Может быть, мы все-таки попробуем убрать дороги вот в соответствии с контрактом и заложенными объемами. Может, хоть один раз попробуем и увидим результат, что в городе стало меньше пыли, меньше грязи. Попробуем не до июля это делать, а выполнить работу сейчас. И посмотрим. Сейчас самая грязь, сейчас остается все. Погода позволяет. Я понимаю, что мы сейчас вот так вот поубираем несколько улиц. Потом понятно, что мы не подпишем этот контракт с теми объемами. Скажем, ну хорошо, мы вот деньги сэкономили. Пойдут они тоже в пользу на дорожные знаки, на ямочный ремонт тоже нужно. Но пыль как была грязь, так она останется. Может быть, один раз попробовать убрать именно это хорошо, выполнить работы в нужный период, в нужное время и в нужном объеме. Может быть, действительно тогда жители увидят, что в городе пыли нет и летом не будет столько много. Здесь вот много же интересных, даже написано комбинированная дорожная машина-пылесос. Не знаю, когда она два раза в месяц будет ходить.